Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен проблеме или теме зеленых зданий. В общем-то, вначале нужно определить, что такое зеленое здание. Я не знаю, откуда произошло это название, но в целом оно не очень удачное. На самом деле, зеленое здание – это условное название, означающее проектирование строительства среды обитания человека, отвечающее требованиям комфортности, энергоэффективности, экологичности, высокого уровня инфраструктуры, защиты окружающей среды в соответствии с принципами устойчивого развития. На самом деле, это является зеленое здание системным продолжением строительства энергоэффективных и экологичных зданий. Вот так. В настоящее время более 50 стран мира успешно развивают строительство зеленых зданий и имеют национальные рейтинговые системы и сертификации. Есть вопрос, на который я не могу сам ответить. Что такое зеленое здание? Это все-таки рейтинговая система оценки среды обитания человека, или это новое направление в строительстве, или третье – соединение того и другого. Я постараюсь ответить, почему появились зеленые здания. Зеленые здания появились на самом деле в Великобритании. В 80-е годы Великобритания занимала последнее место в экологическом рейтинге Европы. И у нее должны были состояться Олимпийские игры в 2012 году. И тогда эти Олимпийские игры было решено построить около Лондона Страндфорд, такое место, которое было экологически представляло себе свалку. Но для того, чтобы построить эти зеленые здания, нужно было разработать какие-то требования к ним. И вот тогда родилась некоторая система требований, которая получила название рейтинговые требования. И они построили эти олимпийские объекты, очень высокоэкологичные, энергоэффективные, обладающие хорошими условиями для проживания людей. И, в общем, откуда появляются вообще зеленые здания, что было предпосылками? Дело в том, что после 1974 года, когда случился энергетический кризис, то в мире появилось направление в строительстве энергоэффективных зданий. Здесь представлены, вот, на мой взгляд, одни из наиболее интересных энергоэффективных зданий. Это Коммерсбанк, МН Тауэр во Франкфурте. Затем появились так называемые интеллектуальные здания. Ну, на самом деле, эти здания просто имеют хорошие системы управления всеми технологическими процессами, не только энергопотребления, но и в целом проведения мероприятий разных. Появились так называемые пассивные здания, здания с нулевым энергопотреблением в годовом цикле, здания биоархитектуры, которые, в общем-то, никто не может определить, что это такое, но, как говорят архитекторы, что даже птица, залетев снаружи вовнутрь, не должна этого почувствовать. То есть такое должно быть прекрасное пространство. Архитекторы сказали, что проектирование любого здания – это вообще-то сложная задача. Но проектирование зеленых зданий – это новый вызов архитекторам и инженерам. И они этот вызов приняли. Но вообще-то в мире существовала такая практика, и она продолжает существовать и успешно живет. Это построить как можно дешевле, продать как можно дороже. Вот чтобы разорвать этот порочный круг, необходима была новая система оценки здания как среды обитания человека. Ну, вот если я покупаю себе квартиру на Фрунзенской набережной или в Бирюлево, по площади они одинаковы. Но, в общем-то, хотелось бы знать, а какие еще есть отличия? Отличия есть расстояние от метро, наличие зеленой зоны, стоянки для автомобилей, вид из окна, наличие, значит, водного пространства. Вот это все составляет рейтинговую систему, чтобы и понять, и оценить, где же мы находимся в данный момент.
Теперь мировой опыт рейтинговой системы оценки зеленых зданий. Наиболее известные системы, которые существуют, это LEED в Соединенных Штатах, BREEAM в Великобритании, HUE во Франции и DGNB в Германии. Но на самом деле все страны уже сегодня, все такие развитые страны имеют рейтинговые системы. Вот LEED это означает Leadership in Energy and Environment Design. Она была создана в 1998 году, сертифицирована более 10 тысяч зданий в 135 странах. Ну, на самом деле, у меня немножко цифры, я их не обновлял, наверное, уже значительно больше. У нас в России по ЛИДу сертифицированы, здесь приведены здания, которые сертифицированы. У них три уровня сертификации, золотой, серебряные и платиновые сертификаты. Ну, платиновый никто не получил, а вот здесь названы здания. Что касается Приама, то он наиболее развитой получил, развитая рейтинговая система, и, в общем, по ней сертифицировано уже 250 тысяч зданий. И в России была попытка, конечно, сертифицировать олимпийские объекты, но в общем, как правило, наши олимпийские объекты не вписывались в эти рейтинговые системы, и так это дело как бы заморочили. Но, тем не менее, объекты, которые сертифицированы по Приаму, есть. Вот здесь они перечислены. Достаточно много объектов. DGNB. DGNB наиболее успешно занимается в рамках Союза архитекторов Ремезов Александр Николаевич, сотрудничает с Германией, и, в общем, тоже сертифицировано довольно большое количество объектов. У меня цифры. Что в России? В России, вот я представляю АВОК, и АВОК был ведущей организацией. Мы создали ГОСТ, оценка соответствия экологическим требованиям к объектам недвижимости. Это первое. Дальше, по заданию НОСТРОЯ, нами были разработаны рейтинговые оценки зданий жилых и общественных, учет региональных особенностей в рейтинговой системе и спортивные здания и сооружения, также рейтинговая оценка качества среды обитания в них людей. Что в них содержится в таких системах? Обычно имеются какие-то критерии, которые мы должны выполнить. Да, то есть категории, критерии, базовые показатели, оценочные базы и классы устойчивости. Так. Вот какие же категории устойчивости у нас? Это комфорт и качество внешней среды, качество архитектуры, планировки объекта, комфорт и экология внутренней среды, качество санитарной защиты, утилизации отходов, рациональное водопользование, энергосбережение, энергоэффективность, применение альтернативной и возобновляемой энергии, экология создания, эксплуатации и утилизации зданий, экономическая эффективность и качество подготовки и управления проектами. Вот эти базовые категории, они на самом деле присутствуют во всех рейтинговых системах, но удельный их вес совершенно различен. Вот здесь у нас удельный вес больше всего приходится на энергосбережение и энергоэффективность. Если бы этот стандарт делался для Африки, где очень большие проблемы с водой, там бы наибольший удельный вес приходился на сохранение воды или еще что-то. Но они вот различны. В соответствии с рейтинговой системой устанавливаются классы устойчивости А, Б, С. Вот это те классы, которые допустимы. И присваивается какой-то сертификат. Примеры зеленых зданий. Ну, наиболее интересный пример, который я видел, это район Хафен-Сити в Гамбурге. Это на берегу самой бухты или в портовой зоне построен район примерно там 60 зданий. Эти здания строили архитекторы разных стран. И
они должны были удовлетворять принципам зеленого строительства. Нет возможности, конечно, рассказывать об этих зданиях, но они обладают всеми качествами и экологичностью, и энергоэффективностью, и наличием транспорта, и наличием зеленых зон, и каких-то детских игровых площадок и так далее. Но у нас тоже есть такие, ну не такие, но похожие районы. Это вот малоэтажный жилой микрорайон близ деревни Дудкино. Архитектор Федор Арзаманов. Это молодой человек, закончивший Московский архитектурный институт и построивший уже достаточно много коттеджных зданий. Он специализируется пока на них. Он, когда проектировал это здание, то он стремился сохранить ту классическую русскую архитектуру, которая была там у нас еще в 30-е годы, скажем. Так? И ну, внутреннее пространство. Ну, первое начало проекта, когда он ставится, это оптимизация формы здания. Оно должно быть максимально использовать положительное влияние солнечной радиации, то есть и ветра, и нейтрализовывать отрицательное воздействие. Концепция жилого района была энергоэффективность плюс экологичность и соответствие критериям зеленого строительства. Вот здесь представлена на самом деле энергетическая условная схема. И в этой схеме этого поселка видно, что здесь имеются солнечные установки для освещения, имеются тепловые насосы для использования тепла земли. Имеется, вот я дальше покажу, так, секундочку, вот фотоэлектрические панели на мачтах уличного освещения. Дальше фотоэлектрические панели на крышах здания. Имеется центральный аккумулятор электрической энергии, когда, в общем, имеется достаточно много солнца и вся она не используется, то аккумулируется. Вот аккумулятор находится, вот голубенький, показан здесь. Далее, значит, солнечные коллектора для водонагревателей. Имеется аккумуляция солнечно нагретой воды. Вот здесь это, значит, красненьким таким вот изображено, где идет водопотребление по высоте здания. Тепловые насосы. Я считаю, что тепловые насосы – это то главное направление, которое должно быть использовано в нашей стране. Например, в Норвегии эти тепловые насосы, их использование растет в экспоненциальном таком виде, очень эффективно. Ну, скажем так, вот я был научным руководителем дома, который построен был в близ Никулина 2. Дом 17-этажный. Он использует тепло тепловых насосов, которые разработаны были Васильевым Григорием Петровичем. В общем, он все, вот это все он реализовывал. Так дом этот полностью покрывает за счет использования тепловых насосов расходы на горячее водоснабжение. А нужно знать, что расходы на горячее водоснабжение в годовом цикле равны расходам на отопление. Это совершенно замечательно. Дальше. Тепловые насосы здесь, в этом поселке, используются для охлаждения вентиляционного воздуха в летнее время и подогрева воды для системы отопления в зимнее время. Используется гибридная вентиляция зданий. Что такое гибридная вентиляция зданий? Я думаю, что вы знаете. Это, в общем, периодически или механическая вентиляция, которая работает, когда температура наружного воздуха плюс 5 или выше. В этом случае у нас по теории естественная вентиляция не работает. Вот дальше механическая вентиляция в общественных зданиях с утилизацией теплоты. Но нужно сказать еще, что вот эта утилизация механической вентиляции теплоты — это совершенно замечательное направление. Вот здесь Александр Лаврентьевич Наумов строил дом. Ну, я участвовал в этом строительстве чисто идейно. И оказалось, что использование поквартирной системы вентиляции в многоэтажном доме с утилизацией теплоты, и вот в этом доме уже примерно 10 лет
жители платят за потребленную тепловую энергию в 3 раза меньше, чем в аналогичных таких же домах. Дальше в этом поселке полная интеллектуализация. Это значит, имеется компьютерная система с программным обеспечением, которая управляет всеми процессами. И вот что интересно, что часто говорят, что вот строительство зеленых зданий там на 15-20% повышает. Оказалось, всего на 1.5%. Поселки увеличивают стоимость за счет применения этого всего. И этот поселок удовлетворяет требованиям зеленого строительства. Дальше вот эти разделы зеленого строительства мы внедряем в практику архитектурного института. Я являюсь заведующим кафедрой. Чем отличается архитектурный институт от других? Что там студенты, начиная там с 3-го курса, выполняют полный проект здания с элементами инфраструктуры. И мы для студентов разработали методические такие указания по жилым зданиям, по общественным зданиям, по сельхоззданиям, когда студент может по этой рейтинговой системе оценить свой проект. Это совершенно замечательно, потому что архитекторы всегда относятся, будут относиться немножко свысока к нам, инженерам. Ну, действительно, они немножко люди искусства, потому что архитектура, но вот здесь, когда он начинает понимать по рейтинговой системе или предполагать, что должно быть в здании, и он, значит, становится более квалифицированным специалистом. Теперь, вот чтобы вам понять, как устроена на самом деле рейтинговая система, я вам расскажу очень коротко о рейтинговой системе для футбольных стадионов. Вы знаете, что у нас должен проводиться чемпионат мира по футболу в 2018 году. И мы взяли на себя совместно с Оргкомитетом России инициативу разработать стандарт по рейтинговой оценке стадионов. В общем-то, руководитель, то есть это было АВОК, Термек, Оргкомитет России 2018 с Кипром здание. Вы знаете, мы работали над этим проектом больше года. Работали мы как бы с ФИФА. Посылали им свои предложения, они их критиковали, они назначили зарубежных экспертов по этой работе, причем которые эксперты были по ЛИДу. Но в общем, в июле или в конце июня я сделал презентацию в рамках ФИФА этого проекта, где были также и эксперты. И, в общем-то, в результате ФИФА утвердила России такой проект, такую рейтинговую систему, и теперь мы можем рейтинговать все наши стадионы чемпионата мира 2018 года не по ЛИДу, не по ВРИАМу, не по GMP, а по нашей отечественной системе. Какие особенности этой отечественной системы? Ну вот здесь я показываю стадионы, так кратко, в которых будут проходить чемпионат мира по футболу. Российский стандарт, который мы сделали, предназначен для учета базовых требований устойчивого развития при сертификации проектируемых, строящихся и реконструируемых футбольных стадионов чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. Это была наша идея. Чем была связана необходимость разработки этого стандарта? Ну, я скажу так, немножко было обидно, что у нас были Олимпийские игры, мы не разработали отечественного стандарта. Нужно было все-таки сделать свой стандарт, мы же умеем это делать. И поэтому нам хотелось создать свой российский стандарт. И мы не ставили своей целью, хотя ФИФА все время нам это определяло. Он должен быть похож сильно на ЛИД или на БРИАМ. Мы все-таки решили, что учтя требования и цели ФИФА в этой области, он, наш стандарт, должен максимально увязан с российскими нормами. Российская нормативная система, она достаточно фундаментально разработана, чтобы по ней можно было проводить такую оценку. И национальный стандарт, который мы сделали, он удовлетворяет требованиям архитектуры, которые у нас есть, конструкциям, генерального плана, инженерии,
и базируется на национальных экономических и экологических нормативах с именно национальным приоритетом. Стандарт адекватно учитывает особенности энергоэффективности и экологичности футбольных стадионов. И вот, когда мы это докладывали на ФИФА, причем мы встречались с Блаттером, и он сказал, что все никуда уходить не собирается. Что за него Россия, что за него Африка, что за него Южная Америка. И, в общем, он уверен, что чемпионат мира по футболу в России пройдет. Вот. То когда выяснилось, что в общем ни одна страна мира не имеет специально разработанного стандарта для футбольных стадионов, мы были первыми. Хотя такая попытка в Бразилии была, когда там проводился чемпионат мира. И когда мы сделали анализ наших нормативов, то оказалось, что на 80-90% эти требования соответствуют тем требованиям, которые мы закладываем в этот стандарт. Таким образом, весь процесс сертификации не является чем-то искусственным, а выступает продолжением естественного процесса проектирования только с акцентом на соответствующие критерии, признанные мировым сообществом и соответствующие требования ФИФА. Вот что из себя представляет конкретно национальный стандарт? Он включает 12 обязательных требований, которые подразделяются на 28 индикаторов. И 51 рейтинговый критерий. Рейтинговый значит какие-то баллы, которые подразделяются на 121 индикатор. Вот какие же сюда входят предварительные обязательные требования? Если эти требования не выполнены, то вообще сертификации говорить не приходится. Первое требование – это предотвращение загрязнения окружающей среды при строительстве объектов. Вот сегодня в Москве, если вы обратили внимание, проводятся большие работы по бордюрам, по дорогам. Какое количество пыли выделяется? Никто, вот, если говорить о зеленых стандартах, то вот это первое требование – предотвращение, должно быть работать какие-то системы отсосов или, в общем. Второе требование – снижение водопотребления на орошение прилегающей территории. То есть должны использоваться дождевые воды. Третье – снижение внутреннего водопотребления. Четвертое – учет потребления воды. Это мы учитываем везде. Контроль выполнения всех этих требований при сдаче объекта в эксплуатацию и так далее. Итак, мы, таких у нас 12 требований, категорий, что ли, и индикаторы, которые к ним относятся. А затем мы переходим уже к основным критериям, которые могут все выполняться, частично выполняться, но они уже оцениваются баллами. Это разработка технического задания на объект, это оптимизация формы и ориентации здания. Вот о чем говорил Владимир Геннадьевич, в общем, компактность формы. Здесь немножко с учетом солнечной радиации влияния. И учет направления даже ветра больше. Вот дальше доступность и экологичность транспорта оценивается в баллах в зависимости от того, как далеко этот общественный транспорт расположен от стадиона, озелененность территории и так далее. Ну вот, каждый индикатор имеет бальную систему. В сумме максимальное количество баллов 650. Если объект набирает 260 баллов, я говорю, что здесь вот обязательные требования не должны быть обязательные. Если они не выполняются, все это не рассматривается. А вот рейтинговые могут выполнить только 260 баллов, и тогда объекту может быть присвоено какой-то критерий классы. У нас классов 3 здесь, А, Б и С. По аналогии таким образом. Но кроме этого стандарта, нам ФИФА сказала, вы знаете что, мы хотели бы посмотреть на методическое руководство к этому стандарту. И нам пришлось разрабатывать очень серьезно, если стандарт занимает порядка там 50-60 страниц, то методическое руководство заняло почти 400 страниц. Но, несмотря на большой объем, им чрезвычайно просто пользоваться.
это методическое руководство, вот его оглавление, ведение, там основные подходы, образ применения и обязательные требования, и критерии обязательные, структура критериев. Вот если посмотреть, собственно говоря, критерий 25. Качество архитектурного облика здания. Критерий направлен на обеспечение оригинальности, уникальности, новизны. Методология оценки. Критерий включает два индикатора. Соответствие облика здания окружающей застройки функциональному назначению. И дальше оригинальность и эстетическое совершенство. Представляемая документация. Документация в участии проекта в национальных и международных архитектурных конкурсах. Документация в участии зданий в национальных и международных конкурсах. Это архитектурно. А дальше мы начисляем уже баллы. Здесь баллов немного, но они имеют. Объемно-планировочное решение, это тоже архитектурный критерий. Также вот смотрите, расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию. Ну, понятно, что направлено на снижение. Два индикатора. Один индикатор снижения базового генного расхода тепловой энергии. И, собственно говоря, это представляемая документация. Представляется проектная документация с расчетами, показывающими, что, какая экономика при этом достигается. Вот, но когда эту часть была выполнена, то дальше оказалось, что нужно еще представить технические решения, альбом технических решений. Мы представили эту часть работы, это был третий блок. Теперь я хочу сказать, какие же выгоды и преимущества от использования зеленых зданий. Почему я абсолютно уверен, что им принадлежит будущее. Здесь самой заинтересованной стороной является государство. Когда мы устанавливаем категории, и когда я говорю, мы распределяем удельные показатели, удельный вес этих показателей, то в соответствии с потребностями государства они могут менять эти значения. Они должны ориентировать и стимулировать решение государственных задач. Нужны ли зеленые здания пятигруппам, участвующим в строительстве, инвесторам, проектировщикам, научным сотрудникам, производителям оборудования и потребителям? Ну, выгода строительства зеленых зданий в первую очередь, или не в первую, конечно, получаем мы, те, кто живет. Потому что, когда мы выполним все требования, мы получим высокую и энергоэффективность, и экологичность, и наличие стоянок, и наличие зеленой зоны, и так далее, и так далее. То есть, самую большую выгоду получаем мы. Второе, значит, это для жителей и арендаторов. Для города это, в общем-то, улучшение качества окружающей среды. Рычаг по внедрению инновационных технологий. Для девелоперов они получают то, что продать здание такое можно значительно дороже, сдать в аренду значительно дороже, и это также их привлекает. Для инвесторов снижение риска морального устаревания, повышение цен на энергоресурсы. Еще, значит, для архитекторов и проектировщиков, что я должен сказать, что архитекторы используют современные высокие технологии, понимают, что должно быть в конце. Для производителей оборудования, конечно, то оборудование, которое экологичное, энергоэффективное, оно будет больше востребовано. Ключевые задачи зеленого строительства в России – это создание среды обитания человека, обладающего высокими комфортными показателями, решение государственных задач, связанных с повышением безопасности среды обитания людей и экономии топливно-энергетических и водных ресурсов, и стимулирование развития производства эффективного и экологического оборудования в России. Повышение профессионального уровня специалистов, потому что каждое зеленое здание, каждая зеленая застройка является уникальной и предъявляет такие очень высокие творческие требования. Развитие научного сопровождения, что для научных сотрудников открывает возможности большие для занятий, и внедрение в учебный процесс всего этого. Вот все, что я могу рассказать о зеленых зданиях. Спасибо большое.